Стартуем! Мы начинаем наше путешествие от Сибири до Москвы по всем городам-миллионникам, чтобы сделать самый масштабный кондитерский конкурс и выставку тортов в стране. Нам предстоит нелегкий путь, но мы знаем, зачем все это делаем. Наша миссия – развитие кондитерской индустрии в стране. Все, поехали, а то холодно уже. Заехать, забрать кубки, медали, забрать типографии, баннер, дипломы, раздатку и съездить в зал. Инвентарь. И все у нас вот так-то все уже готово. И тут она выходит на танцпол. Но почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Все, мы приехали, загружаемся и отправляемся в пятизвездочный отель Красноярск Ин. Есть у вас такой? Да. Ну все, значит, мы туда едем. Именно туда едем. Здесь как раз еще сантиметров 20-30. 2 метра как раз. Айфон, ребята, покупайте айфон. Вообще должны влезать. То есть вот отсюда до туда 2 метра. Но может быть кто-то возьмет да сделает что-нибудь не так. Настало время выбрать кубки для наших победителей. Какие основные критерии? Во-первых, фирменные цвета конкурса – это синий и красный, но красный мне нравится не особо, давайте посмотрим синий. И второй критерий, на мой взгляд, кубок все-таки должен быть золотым, а не серебряным. Это первое место, и вот он, наш идеальный кандидат. Еще посмотрите, он такой утонченный, 90% участниц – это девушки, поэтому я думаю, что этот кубок подойдет идеально. Все, красавец, мы выбираем тебя. Сейчас пересчитаем количество кубков, чтобы никто из победителей у нас не ушел без награды. О, и медали здесь. Весит килограмма 3. Да, награды готовы. Я не успел подстричься перед туром, поэтому в Красноярске первым делом поехал к самому крутому